Придется тебе перебраться на лодку по тем уступам. И только поосторожнее, а то далеко падать. Оттуда ты сможешь спрыгнуть прямиком на лодку. Прививка столбняка давно делал? О, очень смешно. Так, я внутри. Что видишь? С этими ребятами случилось что-то страшное. Тут повсюду кровь. И суп. Что? И где же ты их раздобыл, мой гниющий друг? Мы с тобой снова вышли на след. В смысле? Тут у одного парня в карманах полно испанских монет. Только чеканка необычная. Я такой никогда не видел. Да ладно. У наших немецких друзей был маленький секрет. Уютно.
Я в каюте капитана. И представь, он еще здесь. Это в каком смысле? Похоже, его убили. В клочья разорвали. Вот жуткая смерть. Звучит ужасно. А что в карманах? Ты сама доброта. Не может быть. Вот это да. Нашел что-нибудь? UK-2642. UK-2642. Вот он. Ты там живой? Салли, ты не поверишь. Что там? Тут пропавшая страница. Да ладно? Похоже, Дрейк и немцы искали одно и то же сокровище. Тут карта, она приведет нас прямо к нему. Нейт, только чтобы не получилось опять все впустую. Экспедиция должна окупиться или... Или что? Салли, ты слышишь? Салливан? Это, наверное, плохо. Привет. Эй-эй! Дружки твои, Салли? Я Габриэль Рома. Да, я знаю. Говнюк. Манеры, юноша. Это просто бизнес. Туда иди. Полегче. И руки вверх. Ладно, поднял. Ваш друг мне должен, мистер Дрейк. Большие деньги. И когда он сообщил, что вы с ним на что-то вышли, прямо на добычу века, не меньше, я был заинтригован. Но он и раньше делал громкие обещания. Не правда ли, Виктор? И опять все повторилось. Очередная пустая затея. Он всегда такие телеги толкает. Полегче с ним, Наварро. Что ж, боюсь, что наше время вышло. Разве только вы нашли что-нибудь вон там, мистер Дрейк? Что-нибудь, что компенсировало бы мои затраты? Он издевается, они все слышали. Отдай им карту. Медленно. Какая связь у немецкой карты с Эльдорадо? Ты что, думаешь, это совпадение? Немцы искали тоже сокровище, и эта карта у них неспроста. Ну, в расчете? Пока да. Но просто, чтобы ты навсегда запомнил. Эй, слушай, не трогай. Да, ребята, а вы разве не пальцы обычно отрезаете? Это слишком вульгарно. Есть способ ранить его сильнее. Нет, стоп. Не надо, Рома. Он тут вообще ни при чем. Салли! Салли! Ты гнида! Остановить!
Короче, ковбой. Это за то, что меня бросил. Как тебя сюда занесло? Я репортер. Что, я не выслежу двух никчемных расхитителей град... Туда ушел! Я их предупрежу. Остался только один расхититель. Салли убили. Что? Да. И нам конец, если не свалим. О, Господи, какой кошмар. Скажи, что у тебя есть пистолет. Конечно. О, спасибо. Ладно, пошли. Вечно по тебе кто-то стреляет. Вообще-то и по тебе тоже. Огонь на... Ладно. Сейчас попробую. Закрать его. Ладно. Будь рядом. А что это вообще за место? Долгая история. Потом расскажу.
Вон он где! А с тобой не соскучишься? Не высовывайся. Эти ребята не шутят. Давай, нам сюда. Не отставай. Нельзя их пропустить. Сюда вроде бы. Да, сюда. Ты всегда такой популярный? За мной вечно гоняются всякие мрази. Без обид. Да, конечно. Память хорошая? Ну да. UK 2642. Запомнила? Да, а что это? Это координаты острова. Кажется, я знаю, где спрятали Эльдорадо. Эльдорадо? Проблема в том, что эти мерзавцы тоже знают. Да чтоб тебя! Если испанцы нашли сокровище, то наверняка перевезли его туда. И Дрейк шел за ними. Так чего же мы ждем? Я получу сюжет, ну а ты? Да. То, что ты там ищешь. Есть. Ну, поехали. Эй, это не увеселительная прогулка.
Я могу за себя постоять. И вообще, с тебя причитается. Ну, вообще-то да. Мы разыскиваем утраченное сокровище Эльдорадо. И поиски привели нас сюда, на крошечный островок посреди Тихого океана. Посмотрим поближе. Надеюсь, нас не опередили. Найдем ли мы руины давно забытой колонии и груз испанского золота? Или остров приготовил для нас какой-то мрачный сюрприз? Теперь никто канал не переключит. А это еще что такое? Зенитные орудия? Вот это подло! О, боже! Мы горим! Да уберите свою камеру, нам прыгать надо! Прыгать? В этом корыте хоть парашюты есть? Самое время их поискать! Надеюсь, они не сгнили. Ну, сейчас и узнаем. А ты когда-нибудь это делал? Конечно. Просто прыгаешь, считаешь до пяти и дергаешь. Давай, пошла. А ты идешь? Я немножко занят. Давай уже. До встречи на земле. Да, я сейчас. Считаешь до пяти и дергаешь. Что тут сложного? О, черт! Ребята! Черт! Напугал. Пытаются убить. Я забыл карту в горящем самолете. Елена пропала и, скорее всего, погибла. Супер. Отличное начало, Найт. По-новой.
Готово. Это мне пригодится. Сейчас я его достану. Попался! Он вон там! Тебе кранты! Сейчас попробую! Вон он! Ложись! Сейчас я его достану! Готово. Прикончим его!
на утро болеть будет. Порядок. Не найду! Порядок. Он вон там! Огонь на поражение! Не могу прицелиться! Вон он! Тебе кранты! Он здесь! Это мне пригодится. Ладно. Догнать его! И что теперь?
Готово. Порядок. Ладно. Должно быть больно. Готово. На утро болеть будет.
Хана тебе, урод! Порядок. Тебе кранты! Огонь! Ха-ха! Теперь ты мой! Ugh.